Вот у них две лямки. Это нектар. Там еще квадрокоптер за спиной. Тут ружье за плечом. Такая вот солнечная погода. Здесь первая карта. Я не отсюда пойду, чуть дальше. Будет вход в кусты. Там зайду, посмотрю. Вчера там никого не было, ни днем, ни вечером. А так иду дальше, на второй карты. Идти минут 10. Так, вот он, второй вход. Такой вот через кусты. Ружье пока даже не распихлил. Попробую аккуратно подойти. И встать. Какие-то сидят, две штуки на воде мелкие, опять сапля влетела, это что за мелочь. Это же не утка. Это утки, утки тут нету, сапля тут есть только. Эти сидят, не боятся. Какие-то вальшнапы, блин. Да вот. Вот коршуном подбили охотнички. Ладно, время тут тратить не буду, пойду на вторую карту. Там, если будет, стрельну, потом полетаю с квадрокоптером до третьей карты. Так, пришел на вторую карту. Вот здесь вот вчера мамаша выводок за собой в кусты тащила. Они в кусты зашли, она улетела. А там вот на большом плесе там штук 20 уточек сидела. Сейчас пока никого не вижу. Но они все круг давали и садились туда вот далеко. Туда я без лодки дойти не могу. Сейчас посмотрим, что там. Обычно ближе к тому берегу сидят, либо посередине, где трава. А сейчас вот не пойму. Вот это вот. Утка, не утка. Нет. Никого нету. Сейчас чуть подожду, потом хочу по доске пострелять и квадрокоптером на третью карту слетать. Так, я их нашел. Вон они, на другом берегу. То есть от меня вот так. В теории, если я их подниму, они часто дугу делают, круг такой, мимо меня проплывают, пролетают. Но не факт. Сейчас вот до этой березки дойду. Аккуратненько встану и подумаю. Подошел максимально тихо. Даже вроде движения заметили, только цапля улетела. Сейчас буду думать. Если добуду, то здесь вроде в вейдерсах можно пройти. Мне до них идти минут 10 до вейдерсов. Думал, в итоге сходил за манком. Второй раз подходил. В принципе, очень медленно, тихо, но заметили похоже движение, поднялись. Штук 20 поднялось. Ушли туда, далеко от выстрела. Потом еще штук 20 туда, вот куда стволом показываю. А потом еще отсюда поднялось штук 15. Прошли там над деревьями. Здесь надо мной пролетели, но высоко. Не стал зря тревожить. Ладно, сейчас поманю, подожду, в принципе, выстрелов не было. Может, кто-то и подлетит.
Уже решил пойти за квадрокоптером, полетать пока на третью карту. Откуда-то оттуда штук 15 прилетело. Сделали круг здесь, над деревьями. Такой круг. И тут на меня пошли. Меня увидели. Чуть свернули. Но не попал. Один раз стрелял. Сейчас туда опять вот штук 5. Вон там слышно даже. Сейчас попробую поманить их. Полетал на коптере, нигде утку не нашел, даже на третьем болоте, на третьей карте. Здесь тоже думал, подниму кого-то, никого не поднял, но дорожек много, там видно на видео. Сейчас попробую снова туда подойти, если никого, пойду пристреливать ружье. В принципе, доски есть, 30-35 шагов, попробую, что получится. Вот соорудил такую приспособу, пока попробую. ДСП вот оттуда. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот 30 шагов. Попробую на 30. Так, это пятерка. Пусть контейнер. Рекорд. Сейчас посмотрим. Так. Попало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 20 дробинок всего. Так, ну это не моя. Складных нету. Так, иду смотреть 25 метров. Что произошло? Фух. Ну да, тут прилично больше. Сейчас посчитаю. Так, тут получилось 51 дробинка попала. Ну и посмотрим. Ну вот по краям, где тонкие, тут сквозные. Но так не пробивает. Ну вот это 25 метров. Рекорд. Сейчас попробую Сибирь. Мерка бесконтейнерная. 25 метров. Сибирь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27. Но доска даже не упала. 25 метров. Семерка. Сибирь. Пусть контейнер.
Да, но сейчас идет у меня пятерка Сибирь бесконтейнерная. Так, пятерка бесконтейнерная Сибирь. Доска упала. Так, я не пометил семерочные, но они сразу отличаются. Вот пятерка, вот семерка, вот семерка, вот пятерка. Ну, такая приличная насыпь, но как-то низко. Хотя вроде целился нормально. Так, какой мы делаем вывод? Делаем вывод, что семеркой я не стреляю. Пятерку сейчас еще посмотрю. Пятерка. Пыш-контейнер. 25 метров. Рекорд. Но проникновение глубже, чем дробинка. Сейчас найду какую-нибудь палочку тоненькую. Так, сейчас попробую. Вот. Сантиметр. Сейчас попробую Сибирь пятерка бесконтейнерная. Сибирь пятерка бесконтейнерная. Да, проникновение определенно больше, резкость далеко не у всех, конечно, дробинок, но так, быстренько посчитаю, 3, 8, 13, 18, 22, 26, так, 36, 41, так, 47. Пятерка Сибирь и рекорд 4, 8, 12, 17, 19, 21, 24, так, 29, 32, ну и 3 возьмем, 35 и там 47. Это контейнер, а это бесконтейнер. Ладно, примерно понятно. Вот он. Время 9:05. Вышел на вечерку. Небо пасмурное. Дождик. Маленький крапает. Там, где днем были, нет уток. Совсем. Закат минут через 25-30. Ну, так как пасмурно, совсем скоро. Чуть посижу. Время 8:30. Дождик чуть усилился. Ни одной утки вообще ни вдалеке, нигде не пролетело. Там вдалеке слышу, какой-то квадрик едет за лесом. Ну, по дороге, скорее всего. Как сказал Сабанеев, надо ведь на вечерке стоять лицом на запад.
Запад у меня вот там. Стою. Там вот плюсик. Тут болото. Каналы. Каналы все в каналах. Уткой ходит. Но не видно ее. Ладно, постою до темноты. Потом надо уезжать.